Здравствуйте, дорогие зрители! Сейчас я вам расскажу, что нас ждет в Зверополисе 2. А вы мне напишите в комментариях, нравится ли вам первая часть. Достаточно просто написать «Да, я люблю Зверополис», потому что я его тоже люблю. Я бы не делала фильм, если бы он мне не нравится. Есть такая теория, что «Зверополис 2» — это будет приквел. Приквел — это история, которая случилась до основной. Следовательно, «Зверополис» — это история о том, как наши Джуди и Ник будут маленькими. Поэтому вот вам концепт-арты маленьких Джуди и Ника. Как вам они? Напишите в комментариях. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!